Всем привет, меня зовут Ксения и добро пожаловать на мой канал. Как вы могли понять, сегодня у меня будет опять очередное для вас видео. Я надеюсь, оно вам очень понравится. Я желаю вам всем приятного просмотра. Я опоздала на 8 минут. А я по полю, да по полюшку приду к тебе. А я по полю, да по полюшку приду к тебе за тысячи верст. К тебе за тысячи верст. Да с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячи звезд. К тебе за тысячи звезд. Я за моря сбросил якоря, ты веришь мне, но, наверное, зря. Мне пыль в глаза, я по тормозам, но уже скала, и я опоздал. Ты сыпешь соль, но там давно, давным-давно исчезла боль. Мой путь далек, не жалея ног, успеть запрыгнуть в пустой вагон. Все нас больше не будет. Я проспала весь день, а к вечеру у меня появилось какое-то желание жить, жить, жить. Ой, прошу прощения. Еще у меня очень садится голос, прям очень-очень сильно. Я ничего не могу с этим тоже сделать. Где-то, видать, немножечко простыла, простудилась. Что-то такое есть. Вот, мне это немножечко тоже не нравится, но кому что нравится сейчас? Нравится, не нравится, терпимая красавица. Это называется «Не было проблем, но сама их себе создала». Короче, у нас есть предмет «Технология обработки информации в ИС». Я начала вот на лекции все писать, как бы, ну, дофига начала писать. Много написала, достаточно. Вот. Потом смотрю расписание, что у меня этот предмет два раза в неделю. А я завела вот такую вот тоненькую тетрадочку. Чтобы вы понимали, здесь 32 листочка, но перед этим я вырвала здесь вот так вот, наверное, листочка, вот столько, может, чуть даже больше. Вот, то есть здесь что-то было написано, я нафиг вырвала. Я такая, класс, думаю, блин, придется переписывать, потому что, ну, мы пишем очень много достаточно, и прям всю пару, то есть там ни разговоров, ни диалогов нет, это именно вот чистая лекция под диктовочку. И решила переписать вот такую тетрадку, она потолще, вот ее мне точно хватит. Это, кстати, была философия, здесь была, использовала, блин, два листика, такая красивая тетрадочка с вот такой вот штукой. О, как показать? Здесь еще были листики, и оно было прям очень круто. О, ну, надеюсь, вы поняли. Поэтому я сейчас сижу, это все переписываю. Вот, и, ну, с этой тетрадочкой, не знаю, может, потом под что-нибудь еще и пущу. Ее вот эти вот вырву, а чтобы меньше не было, да господи. Короче, вот эти вот оставшиеся аккуратненько вырву, вот эти вот, а эти как-то приклею, чтобы они не выпадали. Вот, поэтому, может быть, на что-то заведу. Тоже красивая тетрадочка, между прочим. Это из фикс-прайса, это, по-моему, тоже. Это, наверное, тоже из фикс-прайса. Вот. А здесь лежит следующая тетрадочка. Это на другой предмет. Из нее тоже вырваны листочки. Вот. Это была архитектура ЭВМ. Вот. Тоже мы писали не очень много. Нигде больше не понадобится. Я вырвала листки и вот заведу на второй предмет, что завтра там лекции будут. Ой, это по нему, по этому же предмету лаба. Это вы сегодня видели. Такой кошмар. Поэтому все, я пошла писать. Меньше диалогов, больше дела. Солнца нас утром не будет, просто разные люди. Кто бы мог только думать, старый джаз ушел с улиц. Больше слушать не будем, кто кого больше любит. Пусть Бог теперь судит. А я по полю, да по полюшку приду к тебе. А я по полю, да по полюшку приду к тебе за тысячи верст. К тебе за тысячи верст. Да с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячи звезд. К тебе за тысячи звезд. Там капли строк, смотрю на восток, и еще немного, еще пару строк. И я как волк, просто одинок, грызу зубами, но иду под лед. Исчезнет дом, исчезнет все, все просто станет алой тьмой к виску. Курок спустить готов в тот момент, когда ты придешь. Тысячи клятв тысячекратно нарушал и брал обратно. Кто мы друг другу, непонятно, то ли верный я, то ли падла. Моя ложь для тебя бальзам, до души себя не вини. Я сам согрешил, мое счастье в тебе, я сам так решил. Если я не отвечу, то просто грешил. А я по полю, да по полюшку приду к тебе. А я по полю, да по полюшку приду к тебе за тысячи верст.
за тысячи верст.